Здравствуйте. Смотрите, местное белое воскресенье. У нас девушка. Мы начинаем выпуск. Прямо сейчас к новости погода. Вот уже у нас коряжная. Облачно с прояснениями погоды. Возможно, кратковременные осадки. На плюс всего 20 градусов по Цельсию. Подробности после прогноза погоды. Коряжме в понедельник считается облачность пояснения погода. Утром солнечно, плюс 22 градуса. Днем плюс 26 градусов. Вечером плюс 23 и в ночью плюс 14 градусов. До среды давление будет слабо расти. Это местное время воскресенье, мы продолжаем. Прямо сейчас к новости праздника. Вчера у нас был праздник, посвященный дню города Сольвичегодск, который называется Сольфест. Об этом смотрите прямо сейчас на экране. Отлично. Ваши аплодисменты помогли открыть этот чайник. Итак, держи чайник. Нет, держи азот и наливай его туда. Не бойся, наливай, 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 наливай. У нас как раз зашло солнышко, вы готовы? По старинке, помните как? 3, 2, 1! Да! Все, друзья, шлифуем. Итак, все, сконцентрировались, опустили листы. И на раз, два, три, поднимая флешмоб, стартует. 1, 2, 3! Вот такая у нас газировка получается. Чего боитесь-то? А кому-то не хватило? Хотите попробовать? Да? Да. Ульяна, у нас... Давайте мы вместе его поздравим с этим замечательным праздником. Потому что, когда мы принимали решение, а кто же будет следующей столицей этого серебряного жеребья России, этого туристского маршрута, то... Я ему позвонила и сказала: Александр Витальевич, ну вы же понимаете, надо будет финансирование, надо благоустройство, надо сделать так, чтобы жители вернулись домой и почувствовали, что действительно это уникальнейший город. И Александр сказал: все это будет. И сегодня мы разговаривали с вашим главой, с Татьяной Валентиновной. У нее глаза горят, потому что действительно помощь области, она уже ощутима. И я уверена, что через 5 лет, когда мы приедем сюда на очередной фестиваль, город преобразится. Ну что ж, вот такие у нас были какие-то новые новостей. Ну а прямо сейчас к следующей, последней новости. У Марка Макелова забанит этот YouTube канал. Ну, у него есть новый канал. Ну так, ну что ж, а это было местное время... Воскресенье. Меня зовут Катюшка. До встречи.